В Первоуральске выяснили, кто самый красивый обитатель зоопарка. За самого обаятельного зверя горожане голосовали на наших официальных страницах в социальных сетях. Сейчас мы готовы рассказать о том, кто же победил. Хорошая, да? Хорошая у нас такая. Любимица наша, любимица. Енот Зена теперь не просто любимица, звезда зоопарка. Выбирает себе новые игрушки. Облюбовала штатив и камеру нашей съемочной группы. А вот победительница пробует на зуб свой титул. Зена стала лучшей в конкурсе красоты. Его устроили среди обитателей Первоуральского зоопарка. Так решили отпраздновать Всемирный день защиты животных. Чтобы больше узнали горожане о нашем зоопарке, посетили его. Специально животных никто не готовил. То есть они у нас сами по себе красивые. Они сами себя подготовили, можно сказать, что к конкурсу красоты. В течение недели пользователи интернета голосовали за самых симпатичных зверей в официальных группах телеканала «Евразия», в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Кабан Борька, страус Вениамин и волк по кличке Серый претендовали на первое место. Но настоящая интрига возникла в финале. Медведь Балу уступил победительнице всего 1 балл и, кажется, загрустил. Это вот еда для мангуста. Это у нас для хорька, это у нас для насух. А еще бутерброды со специальным рыбьим жиром и сгущенкой. Утешительный приз для медведя Балу. Свое любимое лакомство – йогурт – получит и победительница. Ее уже угостили пряником и фундуком. Обычно посетителям не разрешают кормить животных, но для Зены сегодня сделали исключение. Елена Стрелецкая, Алексей Вербицкий, Денис Храмцов. Новости, Первоуральск.